Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Открытый диалог». И, как всегда, в нашей студии актуальные темы и интересные гости, которым есть о чем рассказать. И сегодня у нас в гостях директор музыкальной школы номер 2, певица и педагог по вокалу Татьяна Матвеева. Татьяна Станиславовна, здравствуйте! Здравствуйте! Как ваши дела? Дела нормально, лето, хорошее настроение. И когда летняя погода, то как-то все надежды, которые в душе, они... Мне кажется, что они все сбудутся. Вы музыкант, лауреат многих всероссийских конкурсов. Расскажите, как вы пришли в творческую профессию? Ну, в творческую профессию я пришла еще из музыкальной школы. То есть, ну, даже до этого могу сказать, что очень любила музыку, видимо, внутренне. Ну, какие-то были сначала спортом увлекалась немножко, а потом оказалась в музыкальной школе. Потом в этой же музыкальной школе, кстати, в которой я сейчас стала директором. Которую я закончила, потом закончила 2 музыкальных училища, Академию музыки имени Кнесиных, то есть выбрала уже такой свой творческий музыкальный путь и ассистентуру, стажировку. Вот сейчас оказалась в этой школе директором, и очень рада, и мне кажется, это символично. Угу. У вас большой педагогический опыт. Вот с 2005 года вы открыли свою школу эстрадного вокала. Вот расскажите, почему вы решили стать педагогом по вокалу? Ну, каждый человек творческий, он, мне кажется, реализовывается прежде всего, конечно, как художник, как исполнитель, как ему важно свое творческое самовыражение. Но так как я такой человек очень активный, то и преподаватель у меня был очень хороший, народная артистка СССР Нина Константиновна Мешко. Она говорила, что все равно придешь в педагогику, в преподавании. И вот она написала свою замечательную школу пения. И какой-то наступил момент, когда вот мне захотелось действительно передать что я умею. И вот я открыла школу-студию эстрадного вокала «Геометрия успеха» во Дворце культуры. И очень хорошие были результаты. Конечно, этот опыт, он тоже приходит со временем, опыт преподавания, потому что можно хорошо самому петь, но научить другого – это не так-то просто. Нужно обладать каким-то умением объяснить, например, как взять звук. Потому что, ну, можно показать, а нужно... А пение – это такая какая-то материя, которая... Там нет, например, уравнений или нет каких-то определенных таких точных понятий. То есть все приходится на таком языке объяснять символами, можно сказать. Но все равно есть, конечно, общепринятый язык. Но это непросто. И чтобы тебя человек понял, проходит какое-то время. И чем ты становишься опытнее, то тем короче этот путь к тому, чтобы человек тебя понимал и смог сделать то, что ты хочешь. Название у студии школы – «Геометрия успеха». Ну, помимо того, что многие люди любят петь, это все-таки такой демократический жанр, и, как говорится, каждый может пойти просто спеть. Но спеть хорошо – это непросто. Нужно обладать тоже техникой, и когда люди, например, сталкиваются с тем, что хотят научиться красиво петь, иметь большой диапазон, то тут приходится отрабатывать буквально какие-то технические движения, даже правильно произнести слово, правильно вдохнуть, правильно, даже рот открыть правильно нужно уметь. Это очень все влияет. Это влияет на полетность звука, на все. И, конечно же, особенно всех привлекает успех. То есть хочется показать то, что ты умеешь. В чем же тогда секрет успеха? Секрет успеха, я думаю, во-первых, в том, что человек, конечно же, должен уметь то, что он делает. Это первое. А второе, конечно, любить публику, быть открытым для нее. И вот этот путь, конечно, он формируется не сразу, поэтому слово «геометрия», оно подчеркивает такой непростой путь как бы на сцену. Ну, вот он есть. Угу. В 2014 году вы получили премию «Наше Подмосковье». Вот расскажите об этом. Ну, это замечательный проект, вот это «Наше Подмосковье», потому что я в нем поучаствовала случайно. Ну, мне, конечно же, дорога была вот эта школа, школа-студия, и многие, конечно, те, кто закончили школу-студию или просто поучились там какое-то время, уже добились успехов, даже успели поступить в вузы. И вот этот результат вот этой работы, конечно, был очень важен, чтобы его оценили на таком высоком уровне. Я просто разместила проект на сайте «Наше Подмосковье», и так получилось, что на него обратили внимание, и я стала лауреатом 3-й степени. А это, вы знаете, это какой-то
большое такое вот исполнение как бы желаний, во-первых, а во-вторых, хочется работать дальше просто после этого. И, конечно же, очень приятно, что этот проект существует и сейчас. Угу. Поэтому это дает жизнь, это стимул к творчеству дальнейшему. Этот успех, наверное, да, привел вас и к музыкальной школе номер 2, да? Когда вы стали директором после уже этого. Ну, конечно, когда я углубилась уже вот сначала в вокальную деятельность, формирование вот этих вот вокальных, замечательных, прекрасных ребят, которым... Ну, моя задача, конечно, чтобы человек прежде всего красиво пел и свободно себя держал на сцене. Может быть, чтобы ему это пригодилось в жизни. Не обязательно, чтобы он делал это своей профессией, а чтобы он мог... Потому что пение, оно дает возможность тоже общения. То есть это возможность выразительно что-то сказать, выразительно спеть. Это очень важно. Это идет взаимопонимание больше с людьми, мне кажется, для тех, кто умеет владеть этим жанром. И так получилось, что в музыкальной школе в своей я тоже оказалась. Но здесь уже шире, как говорится, все возможности и обязанности, потому что здесь уже не только пение, много отделений в школе. Это фортепианное отделение, которое, кстати, я и заканчивала тоже сначала в музыкальной школе. Это народное отделение народных инструментов. Это вокал академический, эстрадный. Эстрадные инструменты, вокально-хоровое отделение. То есть здесь, конечно, уже другое поле деятельности, и важно, чтобы оно тоже развивалось достойно. Ну а кого это возглавлять, учебное заведение, ученицы которого вы были? Ну, во-первых, до сих пор работает преподаватель Лаура Васильевна Жигала, которая учила меня когда-то фортепиано. Вот. И в то же время, конечно же, хочется, чтобы опыт соединился и с какими-то новыми веяниями, поэтому появляются новые преподаватели. И в наше время очень важно сочетать опыт с каким-то, с таким, с молодежным задором, с поиском новых путей каких-то реализации в искусстве. Вот. Но мне кажется, важно, чтобы не было это отдельно одно от другого. Именно такой синтез опыта и новых возможностей. Какие были у вас цели, когда вы вступили в должность директора? Ну, моя цель вообще просто в искусстве быть человеком, который, во-первых, может, конечно же, сам чему-то научить других музыке, потому что есть уже за плечами определенный опыт. А вообще хочется просто, чтобы культура, она была таким важной составляющей для людей, потому что, ну, конечно, очень важно то, что мы, ну, многие занимаются экономикой, например, историей, но искусство и культура – это такой вид деятельности, который как бы затрагивает нашу душу, он помогает человеку выразить какие-то оттенки души его. И мне кажется, это очень важно, потому что если мы будем только уметь считать или программировать что-то, то вот это вот такое теплое общение между нами, оно, ну, будет лишать нас возможности друг к другу относиться с большим пониманием. Вот. И искусство, кстати, очень помогает в этом, потому что это умение слышать другого, умение слушать. И это очень важно, потому что в конце концов мы все-таки, у нас какая-то общая цель для того, чтобы, во-первых, все молодежь была высокообразованной, то есть чтобы она была разносторонне развитая, чтобы она могла разбираться в живописи, в музыке, в танце. Как изменилась музыкальная школа за эти 5 лет? Ну, я хочу сказать, что, конечно же, придя в эту школу, мне хотелось просто прежде всего поддерживать традиции. Но так получилось, что школа была открыта при Люберецком дворце культуры. И, в общем-то, это был такой синтез музыкальной школы, этого прекрасного заведения, которое напоминает Большой театр с колоннами, Дворец культуры. Но так получилось, что предложили отдельное помещение в школе в 2015 году. Я с удовольствием, как директор, это предложение приняла. И вот сейчас у школы есть свое помещение. Оно не новое, но оно дает возможность построить процесс образовательный интереснее, потому что практически у каждого отделения, у каждого преподавателя есть своя аудитория, в которой он может сформировать какой-то музыкальный мир. А это очень важно. Например, оркестр, у него есть кабинет, где хранятся инструменты, где можно остаться репетировать долго, никто не подторапливается с помещением. Или фортепиано, например,
небольшие кабинеты, но они важны, потому что у нас индивидуальные занятия. То есть по фортепиано, конечно, важна атмосфера тоже. И вот такое, такая магия преподаватель, ученик, чтобы они находились наедине какое-то время. Новое помещение, это же нужно сделать ремонт, закупить... Конечно, это очень все важно. Ну, мы какими-то там небольшими усилиями привели в порядок это помещение внутри. Вот, и сейчас там вполне прилично. Ну, естественно, без помощи наших меценатов не обошлось. А об успехах учениках что можно сказать? Ну, вы знаете, ученики, конечно, бывают разные. Просто ребята ставят разные цели, когда приходят в музыкальную школу. Кто-то хочет сделать это профессией, а кому-то это необходимо просто... для себя, для души, как я вот говорила, это потребность. То есть потребность выразить себя в музыкальных звуках, передать. Может быть, человек, кстати, иногда бывает даже в жизни более скованным, а когда он начинает что-то исполнять, либо это песни, или играет на музыкальном инструменте, он здесь раскрывается. То есть как, какие-то струны его души, они становятся гибче, ему легче передать то, что он чувствует. И вот кто-то для этого приходит. Поэтому цель у всех разная. Конкурсы существуют для того, чтобы как-то попробовать свои силы и умения тому, что человек учился, чему. Все-таки это какая-то тоже ступень в его жизни. Неважно, я всегда говорю ребятам, что неважно место, которое вы займете, важно побыть на этой площадке, в аудитории, посмотреть других, что люди умеют, и уметь показать свои возможности. Потому что это тоже не просто, это еще нервы, волнение, с этим надо справляться. Но я не считаю конкурсы такой очень важной составляющей, потому что они действительно могут, ну, в какой-то момент даже человек может перестать верить в свои силы, если он слишком серьезно к этим конкурсам относится. Поэтому стараемся настраивать как на праздник всегда на конкурс. В этом году ездили на замечательный фестиваль в Вену. Вот это была вот одна из первых поездок нашей школы, такая далекая, зарубежная. Стали лауреатами первой степени. Ездил инструментальный ансамбль народных, народного отделения. И ездили вокалисты. Татьяна, за успехи вашей музыкальной школы вы получили грамоту от Министерства культуры Московской области. Расскажите об этой награде. Так. В прошлом году у нас было 50-летие школы. То есть школа была открыта в 67-м году. Поэтому очень большое событие, которое мы отпраздновали. Нам даже помогли, вот опять-таки, наши меценаты лицевую сторону фасада в школе подреставрировать. Это было очень тоже для нас важно, потому что, ну, лицо школы. Хотя еще, конечно, много забот в школе. И, да, вручили грамоту к этому замечательному событию, поэтому мне было очень приятно, что оценили так работу. Ну и, конечно же, в школе, конечно, и мне хочется пожелать нашей школе дальнейших успехов, потому что все-таки 50 лет – это тоже такой рубеж, немаленький срок, и, конечно, чтобы в дальнейшем все было замечательно в школе, хочется. В 2015 году проходили выборы депутатов областной думы, и вы участвовали в дебатах. Да, я участвовала в дебатах. Ну, суть дебатов, собственно, в чем? Чтобы лишний раз просто поговорить немного о том, что нужно культуре, конечно же, нашему дополнительному образованию, потому что это тоже область культуры. Важна очень, естественно, материально-техническая база. Хочется, чтобы не забывали про нашу область, которая, в общем-то, иногда, может быть, воспринимается как область развлечения. На самом деле, я уже говорила, что это важнейшая составляющая нашей жизни, потому что это уровень образованности нашего подрастающего поколения, потому что разбираться в искусстве – это очень важно. Помимо того, что мы учим, например, играть на каких-то инструментах, петь, знакомство идет с зарубежной музыкой, с отечественной, с историей музыки. Человек очень много слушает музыки, и, конечно, он становится богаче, его внутренний мир. Вот. И праймерис, естественно, что больше, конечно, в нем большее значение имели какие-то экономические проблемы, но мне кажется, такая наша область, она тоже важна. Но вы себя нашли в этом? Хотели бы продолжить, может быть, поучаствовать еще раз? Ну, я могу себя найти только в том, что могу лишний раз сказать о том, что
мы важны. Вот. И когда эта возможность у меня появляется, я всегда об этом буду говорить. И в силу того, что и профессия сама, она такая публичная получается, что певицы, что директор музыкальной школы, потому что общение происходит со многими людьми. Это и слушатели, это и зрители, это и родители, это и дети. И, в общем-то, конечно же, все равно это в любом случае уже общественная какая-то область, связанная с искусством. А лишний раз напомнить о том, что, например, важны какие-то фестивали, важны конкурсы, важны новые инструменты, которые необходимы, например, школе, важны помещения. Если появляется такая возможность об этом сказать, мне кажется, я буду всегда рада это сделать. Угу. На днях прошла встреча губернатора с лидерами общественного мнения. Вы тоже принимали участие в этой встрече. Что было на встрече? Ну, во-первых, губернатор рассказал об успехах области за последние 5 лет. И было очень приятно, кстати, услышать, так как я была настроена, в общем-то, на свою область культуры, так как, когда люди рассказывали о том, что у них происходит, помимо того, что сам губернатор рассказал о том, что было хорошего за эти 5 лет, и, в общем, много успехов было. И я слышала, что, например, во многих районах открыты детские школы искусств. Вот у нас, например, тоже открыт культурно-просветительский центр в Люберецком округе. Сейчас отремонтирован Дом офицеров. И это очень важно, что происходят такие события, потому что, я говорю, храм музыки, он должен иметь тоже и достойный вид, их должно быть много. Ну, это такое мое мнение. Поэтому было приятно это услышать очень. А что для вас быть лидером общественного мнения? Ну, я могу только выразить мнение того, той области, которой я владею, собственно говоря. Еще раз хочу повторить, что это область культуры. Вот. И ну, я не знаю, насколько я лидер в этом, но мне кажется, что важно подчеркнуть, что еще необходимо все-таки в этой области. Что хорошего, это тоже всегда хочется подчеркнуть и отметить. А что необходимо культуре? Люберецкого округа. Я говорю, что необходимо не только Люберецкого округа, и Люберецкого округа тоже, это чтобы был достойный уровень. Во-первых, внутреннее содержание культуры – это кадры тоже. Это люди, которые занимаются этой областью. То есть важен подбор очень грамотных, образованных людей в этой области. Это, кстати, не просто, потому что территориально люди как-то сосредотачиваются в тех местах, где они, допустим, получив хорошее образование, они предпочитают, например, по месту жительства своего работать. Так как у нас все-таки этот район, он это Подмосковье, то, конечно, хотелось бы найти кадры здесь где-то поближе. Даже вот у нас в музыкальной школе предпочтительнее, чтобы люди работали рядом, чтобы они не тратили много времени на дорогу. Это тоже важно для того, чтобы больше времени оставалось и сил на культуру. Поэтому, конечно, важно находить вот эти кадры здесь, образованных, умных и опытных людей. Вот. И очень важна, конечно же, материально-техническая база, потому что всегда сложно. Инструменты музыкальные, они очень дорогие. Фортепиано, рояль – это большие деньги, но, например, играть на хорошем инструменте человеку всегда – это большая отдача и большее вдохновение, потому что когда инструмент старый, например, не высокого мастера, например, балалайки, они тоже это делают, их делают мастера. Хорошие, у которых хороший звук. И они стоят они порядком, и они стоят, да, приличные деньги. Но звук, само звукоизвлечение на этих инструментах, они на другом уровне, на более высоком. Поэтому, конечно, хочется, чтобы это было оснащение полное в детских школах искусств. Мне кажется, это очень важно. Будем к этому стремиться, будем говорить, что это важно. Ну и, конечно же, новые веяния. То есть, например, эстрадная музыка, эстрадная песня, она требует тоже музыкальной аппаратуры, это должны быть световое оборудование. Это же все тоже, это область культуры, но это дает красивую картинку того, чем люди занимаются. Это важно тоже преподнести искусство в том виде, в котором от этого зависит то, как его будут воспринимать. Поэтому вот как-то сказать о тех проблемах, где чего-то не хватает, что это важно, я считаю, лишний раз это не помешает. Татьяна Станиславовна, давайте поговорим вообще о развитии Люберецкого округа, например, за последние 5 лет. Что, на ваш взгляд, изменилось? Ну, мне кажется,
много хорошего. Парки развиваются. Я вижу, что в медицине тоже постоянно открываются какие-то отделения, детские сады открываются. Это тоже я вижу, и это очень-очень радует. Новые школы. Вот недавно была просто в гостях в 28-й школе. Я поразилась, насколько могут прекрасными быть школы. Это и сочетание цветов. Там оснащена школа буквально всем оборудованием. Там даже есть, где детям на продленке заниматься, не просто там сидеть, выучить уроки, но буквально там масса различных нужных занятий для детей, которыми можно там провести время. Ну и, конечно же, вот я уже говорила, что культурно-просветительский центр открыт. Я рада, что у нас появилось новое помещение. Я считаю, что за те небольшие годы, за которые я стала директором, это очень большое событие, очень важное. Потому что, моя задача, например, как руководителя, чтобы Дом музыки, музыкальная школа, был на высоком уровне, и там создалась своя атмосфера. Вы являетесь уже 13 лет директором еще и фестивалях эстрадной песни «Приди и пой». Что это за фестиваль? Я уже говорила немножко о конкурсах, о том, что все-таки конкурсы – это, конечно, с одной стороны, испытание для человека, это какая-то проверка своих способностей, и там существуют места, лауреатство. Очень обидно, когда есть такие конкурсы, где очень мало мест, и много участников, потому что на самом деле дети расстраиваются. Конечно, понятно, что нужно отбирать лучших, но мне кажется, все-таки суть конкурсов, фестивалей просто в общении, в том, чтобы, конечно, нужен уровень, естественно, но и важно, чтобы у человека появилось дальше желание заниматься тем, что он делает. Вот этот фестиваль «Приди и пой», он как ступень тоже к какому-то дальнейшему развитию творчества. Он у нас был организован администрацией округа, я как директор, и управление по молодежи Борис Борисович Новиков. Мы пришли с этим предложением сделать фестиваль. Нас поддержали, и этот фестиваль, он без вступительных взносов. Там есть поощрительные призы и очень много номинаций и возрастных категорий. То есть в нем принимают дети и дети участие, там есть подростки, и есть взрослые люди, то есть от 18 и старше. Мне кажется, это очень важно, такой охват большой аудитории, потому что он помогает тоже сплотиться людям в таком песенном движении. И очень важно, что председатель жюри этого фестиваля, знаменитый поэт-песенник Александр Шаганов, который написал очень много, практически все тексты для песен группы Любэ. Это тоже очень ассоциируется с нашим округом, и поэтому уровень этого фестиваля, он высокий. У нас два тура. На первом туре мы даем возможность показать свои способности практически любому. Поэтому он называется «Приди и пой». То есть двери открыты для всех. А на втором туре уже остаются те люди, которые действительно могут петь. У них есть какая-то харизма, как сейчас говорят. То есть то, что они могут сказать слушателям, могут оригинально подать себя на сцене. И поэтому, конечно, все равно уровень получается высокий, и дальнейшее продвижение тех людей, которые становятся лауреатами, а их много, так как много номинаций у нас есть: современных композиторов песни, зарубежный шлягер, народные песни, песни военных лет, ретро. То есть много, и в каждой номинации можно отметить человека, который хорошо это делает. Эти люди принимают потом участие в наших мероприятиях очень много, в днях города. Они становятся участниками больших концертов и в Москве. Это важно. Татьяна, остается ли у вас время на ваше творчество? Да, остается. Конечно, все начиналось именно сначала с того, что я хотела себя реализовать в искусстве, но как-то все так получилось уже. Помимо творчества существует еще и общественная деятельность, и профессиональная деятельность как руководителя. Конечно, это отнимает силы, время, потому что хочется это сделать на качественном уровне. Но я стараюсь тоже поддерживать свой уровень. Я делаю сольные концерты, правда, не часто. Принимаю участие иногда в больших концертах в Москве, фестивалях. Это было недавно, это было давно,
пою песни прошлых лет, и там поощряется, например, новое исполнение каких-то известных старых песен. Люблю романсы, ну, люблю и джаз, то есть мой круг интересов, он такой довольно широкий. Стараюсь пока еще быть тоже профессионалом в своем деле. Татьяна Станиславовна, наш разговор уже подходит к концу. Хотелось бы спросить, что бы вы пожелали нашим телезрителям? Ну, мне хочется пожелать прежде всего, конечно же, оптимизма, какой-то, не знаю, радости, восприятия мира, надежды на то, что все будет хорошо, все обязательно получится, потому что вера в себя – это очень важно. Верить в себя и любить музыку, искусство, культуру и здоровье, конечно же, и счастье. Большое вам спасибо. Это была программа «Открытый диалог». И у нас в гостях была директор музыкальной школы номер 2, певица и педагог по вокалу Татьяна Матвеева. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго. До встречи в эфире.